Как настроение, братцы? Хорошо. Для чего такое множество хранится их? Мелочей не весть зачем застрявших в памяти, как засохшие былинки меж страницами, и в картинку даже толком не составленных так всплывает амфитеатр аудитории. Третья пара до конца еще полвечности и летает по безумной траектории. Самолетик из бумаги и беспечности и летает по безумной траектории. Самолетик из бумаги и беспечности. Самолетик летишь, самолетик летит, самолетик летит, самолетик летим. Кто б напомнил, и о чем была та лекция, и какую мы прохлопали теорию. Мы теперь, как экспонаты из коллекции, приноровлены, прикормлены, пристроены. Нет, нисколько не ослабли узы прочные, с кем чудили и кому в жилетку каялись. Также ценятся беседы за полночные. Все в порядке, мы нисколько не состарились. Да, в порядке, только время бледной гущью загоняет нас в зеркальные проекции. Самолетик тот с галерки ловко пущенный. Все летит, и нам не смыться с этой лекции. Самолетик летит, самолетик летишь, самолетик летит, самолетик летим. Нам не смыться, не сбежать, не перепрятаться, не отпрыгнуть, и уже не удивительно, что отрезки от субботы и до пятницы с каждым годом все короче и стремительней. И привычно ощущать себя распятыми, распростертыми на собственных сомнениях, между прошлым и непрожитым, меж датами, теми крайними рождения и безвременья. Ты хоть номер набери, запомни пальцами, оказавшись ли в обойме, в переплете ли, или, может, плюни на все, погнали зайцами. Без билета на бумажном самолетике. Слушай, плюнь на все. Погнали зайцами. Без билета на бумажном самолетике. Самолетик летит. Самолетик летит. Самолетик летит. Самолетик летим. Спасибо, друзья.